Вот тот же самый лес, да? А осенью в нем пока почти не пахнет. Но и грибами не пахнет тоже. Я как-то говорил, что грибами тут пахнет. Алюминием пахнет, да? Банками пахнет, мусоркой даже пахнет. А грибами прям вообще не пахнет. В этот раз. И осенью не пахнет. Так что я считаю, пока не начались дожди вот эти страшенные, я считаю, это время летом просто. Нечего заморачиваться. Вот тут мне была в награду дана подарочная зажигалка. Ну а сейчас, конечно, ничего подобного. Все только Карлсберг пьют. И все. Карлсберг, зараза. А, не, он самый дешевый, но он все равно 55 рублей стоит. Зараза, да? Никакого подарков мне нету, да, сегодня в этом. Может, я хочу еще одну зажигалку. Дайте мне еще одну зажигалку. Не, говорят, не хотят. Чё-то ты размечтался. Каждый раз тебе зажигалку давать. Так, грибы. Грибы. И там нету, и здесь. Камеры крутить не буду, битрейт себе только гонять. Потом на монтаже файл получается весом в гигабайт. Ну и так будет в гигабайт. Ух ты, вот бутылка, смотрите, какая. Пивная трешка или двушка. Не думаю, что он там лежит просто. Кто-то нелегально производит, не следуя стандартам. Так, тут ладно, тут алкаш пьет, да? Бочка все закидал своей бочкой. Вот, обратите внимание, вон там. Я иду, куда мангал стоит. Вон дровой коньяк лежит. Но там ничего нету. Вот там стоит мангал. Всегда иду в сторону, где стоит мангал. Шишку видите, смотрите, шишка. Пиздец. Шишка, да? Пиздец, шишка, да? Пиздец, шишка, да? Вот. Пуш около мангала, как правило. Нет, нихера в этот раз, да? С мангалом нищеброд не придет в лес. Она придет в лес за мангал. Или будет предметы искать вокруг мангала. Так. Так неинтересно. Есса кто-то пил. Есса. А я бы тоже эссу выпил. Он такой, знаете. Такой фруктовенько. Не то, что ваше. Вчера эту, да, хрень пил. Хайникин. Который всегда тухлый кажется почему-то. Не то, что ваш Хайникин. Так, дальше я не иду налево-направо. Смотрим. Виниш кто-то пил. Винишка, Балтика, девятка. Но никто в современное время. А паутина. Значит, никто не ходил здесь. Пролезаем под ней. И внимательно смотрим. Нету грибов, там какая-то хрень. А, это этот, да? Как его назвать? Гриб-зонтик. Гриб-зонтик, который не вырос, его просто наступили. Я думаю, что за хрень? Это не хрень, это гриб-зонтик. Он, видите, клёнчик поражает. Или нет? Ладно, паутину сорвём, мы прошли.
мы прошли. Прошли, ушли и перешли. Налево оттуда. Так, тут алкашный столик был. Зафигачился, правда. Нихера, да? Целлофанки лежат. Ладно, короче, поиск в лесу ничего не дает. Бесполезен. Да, ну вон туда можешь сходить, там яма какая-то. Какая-то яма. На даче-то донат потеряли. Про яму поиски, да? Искали донаты, 250 рублей не нашли. Сумку нашли, донаты потерялись. Нихера, да? Помойка, помойка. Вот только чермет. А не, просто какая-то херовина, я думаю, чермет. Херовина какая-то. И вот от велика. От детского, от совкового колеса. Вот какие технологии были в Советском Союзе, вот смотрите. Вот, высший пилотаж. Вот до чего мог додуматься советский инженер, да, чтобы... Эти педали, они отвалятся, ну их нахер, да? Делать эти педали, да? Надо их прямо к колесу приварить. К хренам, да? И тогда они не отвалятся. А это они, дети пробивают постоянно, да? Вот это вот, да? Колесо пробивают, надо сделать целиком из резины, короче, его, чтобы не пробивали. Вот и все. А спицы отваливаются, вот спицы. Отваливаются, да? Раскручиваются, отваливаются там, слабые. Надо их приварить, во. Умел он не по годам, вот, совковый инженер. Правда, он про педали не подумал, педали все-таки отвалились. Надо было педали тоже так сделать, приварить как-то, чтобы они вообще не снимались. Тоже железные, чтобы они вот так вот на пазу сидели и фиг их можно было снять. Не продумал чуть-чуть. Ладно, пора на выход, короче. Нихера тут нету. И что за штуковина? А, это состройка какая-то штуковина. Только эта техника, наверное, была. Трансформатор у них был. Со стройки. Стройка тут недалеко. Но мы на стройку не пойдем. Мы протестуем против решения пойти на стройку. Аккумулятора у нас стопы нет. Чтоб по стройкам лазить. Вот так вот. Это, я думаю, рубрика вместо стрима, где я просто хожу, всякую хрень несу. Вместо стрима. Я как-то хотел одно из видео назвать вместо стрима. Но чуть не стал. Подумал, нахер-то надо. Кто это придумал? Я не хочу. Не хочу я такое, да? Вместо стрима, в самом деле, да? Был бы интернет, это был бы стрим, да, и телефон получше. А стрим, он вся поганый, да, качество, хоть какой телефон. Все равно, если с мобильного телефона стримишь, там какая-то хрень, да? Почему-то дропы кадров все равно идут. Билиберда, хоть какой интернет, хоть какое что. Хоть 5G будет, все равно как-то погано, это что-то не то. Я не знаю причину, кстати, этой хрени. Так что я таким думаю, стрима на их нахер. Вот уже осень. И паучок, смотрите, какой. Видно там что-нибудь? Вон. Как-то надо свет вот так его взять. Вот он лазит, да? Вот он. В общем, все, господа. Все, господа. Тушите свет.